Казахстан будет усиливать работу по чистоте онлайн-платформы и защите населения от фейковой информации, а еще регулировать блогеров, которые должны будут как минимум раскрыть свои доходы и начать платить налоги, чего не делают сейчас. Мажилис принял закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, а также два способствующих законопроекта, которые как раз и будут регулировать данную сферу. Основной законопроект направлен на правовое регулирование деятельности онлайн-платформ и функционирование онлайн-рекламы. Документом предусматривается установление прав и обязанностей пользователей и собственников онлайн-платформ. Например, запрещается размещение, распространение противоправного контента, ложной информации и другой информации, запрещенной законодательством Республики Казахстан. Также предусматриваются нормы по правовому регулированию размещения и распространения онлайн-рекламы. Внесли депутаты и поправки в закон о внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-реклама. В ходе работы над законопроектом внесены поправки, направленные по повышению ответственности пользователей онлайн-платформы и инфлюенсеров, блогеров в случае повторного распространения ложной информации. Ажинарапова, Алмаза Набекула, новости.